Алёшка здесь. С днём рождения, Нави. 17 декабря 2011. Середина декабря, зимы начало. Число 17, что бы это означало? Не лишний повод, но дата заставляет сделать шаг нам. На пару лет назад, не так давно, еще не верили, что наша родина может похвалиться Шевой и фамилией Кличко. Но в киберспорте мотивации немного. Только есть команда, давшим всем КСРам толчок. Что почем, но Риданенко знает толк-то в чем. Поначалу все кричали ни о чем. Сори, выход найден. Был бы победить любым путем. И по дороге кто-то все-таки пройдем. Все-таки пробьем броню буржуи. Если мы ноунейм, мы были, но не ставим планы выбить. Важно заработать репутацию на этом рынке. Но не важно, сколько цифр в чеке, не важно прибыль. Борьба за выживание, борьба за корпус зрителей. 10-й год, вряд ли кто-то сможет повторить. Уникальное событие для Украины. Для тех, кто верил, для тех, кто помнит это время. Верно будет сделать дубль, и по идее думали. 11-й год без проигравшей серии. Завоевав 4-й кубок, дальше Франция. 2-е место на ВЦГ, произошло все глупо. История не ставит ступор, ведь нам надо мотивация на год 2012. Пора собраться, команда Нави, не команда проигравших. Но командовать парадом надо дальше. Дави Нави только на победу с головой поднятой. В бой идут те же 5 ребят, неважно кто сегодня рак и кто не тащит раунд. Только эти 5 ребят родились побеждать. Дави Нави, дави все по пути. Не важен прошлый день, важен то, что впереди. Не важен статус, проиграл или победил. Родился побеждать, увидел цель, их не иди. Дави Нави, дави все по пути. Не важен прошлый день, важен то, что впереди. Не важен статус, проиграл или победил. Родился побеждать, увидел цель, их не иди. С днем рождения, что банально не звучало. Удачи вам для победы, успешного начала. Не важно поражение, будут или победы. Мы все равно в команду верим.